Вот такая у нас территория перед номером. Галюся. Вот хоть один человек позитивный. Позирует мне. Валя категорически запретила ее снимать, так что ее снимать не буду. Человек боится, не хочет. А это вот наш отель. И на втором этаже у нас номер. Здрасте. Ребята приветливые очень. Приветливые очень. Молодцы. Галя цветет и пахнет во всей своей красе. Красота. Да, Галюся? Да. Мне все нравится. Я на позитиве. Молодец. Вот единственный человек на позитиве. А то мы уже нас переселили в другой номер. Сначала на первом этаже, но там две кровати. Теперь три кровати мы выпросили. Пойдем сейчас к морюшку. Идем к морю. Вот такая вот у нас красота здесь. Такое озеро. А здесь фонтанчик. Девчонки рванули, им не терпится уже поплавать. Поэтому я утром рано еще обойду территорию, поснимаю всю эту красоту. Они бегут, сломя голову. Бегом, бегом, бегом. А мне так больше вот так нравится. А, подожди, а мы не пройдем? Нет, люди вон с пляжа. Ну, так я еще говорю. Иди сюда. Проходим мимо бассейна. Такая красота. Бассейн. И вот оно, морюшка. Морюшка! Как я долго ждала этой минуты. Этого часа, этой минуты. Ребята, первый день на море мы вышли. После поселения я уже искупалась, с понтона там прыгала, но сегодня волна, понтон так качается прям вообще. Галя где-то пошли по понтону, свали туда. Где она? А, она уже дошла до конца. Вон там вдалеке наши шезлонги три под грибочком. Приблизила. Галя, наверное, все-таки плавает. Наконец-то Галя нырнула с головой. Чувствуется, голова мокрая.
Нет, за голову я не ныряла, но я поплавала. Серьезно? Да. Рассказывай, как ты туда спускалась. Ой, мне было сначала очень страшно, я долго-долго готовилась. Ну, так как я тебе сказала, так, ну, сидя, да? Ну, да, так вот спустилась и потом... Молодец. Ой, классно. Ну, дна ж нету, как-то не это ну, самое. Ну, что, мне нормально. А по понтону-то... Вода держит. Хорошо шла. Я почувствовала, уверенно по понтону шла. Держит. А по понтону мне вообще без проблем. Какая молодец. А сейчас мне плавать... Вот это отлив, и понтон мало шатает, он как бы совсем... Потому что тогда мы, когда я плавала, понтон вообще качался ужасно. Ну, сейчас как-то полегче. Пошла я обмываться. Идите. Вот так вот. Территория красивая. Вон такие цветы свисающие. Ой, территория красивая. Да, да, да. Мы оттуда спускались. Что-то в обход пошли. Немного не той дорогой получается. Сейчас идем в номер, переодеваемся и обедать. Солнце такое, ничего не вижу, что снимаю. Фонтанчик. Мы уже подходим к своему отелю. Номеру. Экзотика. Так, вот мы пришли. Пришли на обед, друзья. Взяли супчик, потом я взяла курицу, рыбу, овощи, наложила Галя, это Галина тарелка, тоже там кусочек курочки, рыбка, тоже также овощи на гриле, и Валя тоже там себе почти идентичная. На десерт взяли пироженки. И девчонки пошли за каким-то коктейлем. Все, обедаем. Приятного аппетита. Какая столовка, народу очень много. А вон они стоят. А я что-то выбираю. Ладно. Еще принесли. Это что, Галь, коктейль или что? Это спрайт с сиропом. А, спрайт с сиропом. Ну, типа мохито, но только. Типа мохито, но только без лайма. И без алкоголя. Все понятно. Sit down, please, girl. Тебе водички набрать? Я ужинаем. Палет я не снимаю. Предупреждаю тебя просто, чтобы ты в курсе была. А заказали практически у всех одинаково, только ну, овощи разные.
Я взяла рыбку сибас. Здесь как бы это капустка. Это овощной такая, как тортик овощной, кусочек. Кусочек курочки. У Гали тоже. Что там, Галя, у тебя? У меня курица в основном. Какой-то салат мясной. Закусочка.